20 страниц с итогами. Правительство республики отчиталось за работу прошлого года. Какие показатели вписали в историю? Недетские игры для взрослых. В Елабуге решают кадровый вопрос играючи. К чему понадобилось не затейливать в серьезных вопросах. Придать столице лоска горожане взялись за лопаты и грабли. В Казани прошел общегородской субботник, где навели порядок. Сильны не по годам. На татами Дворца единоборств сошлись участники детского межрегионального фестиваля по айкидо. Кому не было равных. Здравствуйте. Об этих и других темах прямо сейчас в рамках нашего информационного часа в студии Эльмира Заляева. А во второй половине часа не пропустите трансляцию сессии Госсовета. Премьер-министр республики Эльдар Халиков отчитался о работе правительства за прошлый год. Это сразу после выпуска новостей, а пока главным темам. Сегодня по всей стране впервые отмечается День парламентаризма. Дата выбрана не случайно. 107 лет назад в стране заработала первая Государственная Дума. В Госсовете Республики этот праздник решили провести за работой. Там прошла очередная сессия. На ней был заслушан доклад о работе правительства в прошлом году. Что еще попало в повестку дня? В репортаже Дмитрия Второго. Отчет правительства, подписанный президентом, поступил в парламент заранее. Перед сессией его раздали депутатам. Документ поместился на 220 страницах, но в более сжатом виде его представил премьер-министр. Основная суть – это анализ 2012 года. Татарстан стал третьим в России по производству молока, пятым в агропромышленном комплексе, обогнав некоторые южные регионы, и оказался на шестом месте по вводу жилья. Индекс промышленного производства тоже внушительный – 5,5%. В денежном выражении валовой продукт, который мы произвели – 1 триллион 400 миллиардов рублей. Основную лепту внесли крупные промышленные гиганты – «Татнефть», «Нижнекамскнефтехим», «КамАЗ» и ряд других компаний. Среди важных событий прошлого года – вступление в России во Всемирную торговую организацию. И здесь, считает Эльдар Халиков, важно выдержать конкуренцию и не допустить спада в некоторых отраслях. Как этого не допустить, тоже очевидно. Многое из того, что в условиях ВТО важнейшими факторами роста конкурентоспособности является повышение производительности труда и непрерывное внедрение инноваций. Особое место в отчете уделено социальной сфере, снижен уровень безработицы, построены дома для ветеранов войны, для жителей аварийного фонда и молодых специалистов села, продолжается коренная модернизация здравоохранения. Все парламентские фракции и объединения отчет оценили положительно, но вопросы остались. Как сохранить малый и средний бизнес, будет ли серьезная реконструкция детских оздоровительных лагерей и стоит ли ждать работникам социальной и бюджетной сферы существенного повышения зарплаты? Вы здесь говорили о повышении труда, о повышении заработной платы, что у нас 24 тысячи в среднем работники образования теперь получают. На сегодняшний день, для примера, КЦСО «Доверие» в Казани, работник с высшим образованием работает на ставку, его зарплата составляет 8500 рублей. Из многих задач, которые стоят на 2013-2014 годы, это одна из наиболее серьезно повышающих затраты бюджета Республики Татарстан. И при формировании бюджета вы это увидите. Кроме того, на сессии парламентарии определили транспортные льготы для онкобольных, внесли изменения в границы некоторых муниципальных образований, и на заседании были представлены новые избранные главы Буинского, Агрызского и Дрожжановского районов. Нескучно сегодня было и в фойе парламентского центра. Здесь вновь презентовали предстоящую универсиаду с эмблемами и сувенирами. А также была организована выставка известного армянского художника Кайца Ваникяна. Среди картин есть даже царица Сюмбике. На следующую сессию парламентарии договорились собраться в мае. Дмитрий Второв, Рустам Садриев, «Вести Татарстан». Сегодня в Казани на улице Баумана прошел митинг противников ювенальной юстиции. По словам участников, они хотят привлечь внимание к недопустимости внедрения в России этой системы. По их мнению, она настраивает детей против родителей, и обычные житейские перепалки могут привести к большой беде – разрушению семьи. Ювенальная система чужда духовной и исторической традиции России, уверены митингующие. 5 миллиардов рублей потратят в этом году на жилой фонд. Сегодня в кабинете министров обсудили, как выполняется республиканская программа по ЖКХ. Капитальный ремонт уже стартовал во многих домах. На этой неделе к списку добавились еще 79. Коснется он и муниципальных учреждений, ФАПов и школ. Но большее внимание на совещании было приковано к реализации других программ. В частности, коснулись экологической обстановки. Хвалить по уборке пока некого. Какие районы попали в опал, узнавала Альбина Батаршина. Мусора, к сожалению, очень и очень много.
Мусорные кучи не только в городе, за гаражами и брошенными домами. Каждый день находятся свалки даже в лесных массивах. И речь не только о бытовом мусоре. За агропромпарком 3 гектара строительных отходов. Юридическое лицо КМГС «Энергострой» у нас привлечен к ответственности. Выдано предписание ликвидации, но мы там выявляем других нарушителей, потому что территория просто сегодня огромная. К ответственности привлекают и тех, кто должен следить за чистотой на рынках и прилегающих территориях. Штрафы наложили на 33 юридических лица и на 200 должностных. Предварительные итоги по очистке республики подведут на следующей неделе, после сегодняшнего субботника. Серьезные претензии у нас к Тукаевскому, Пестричинскому, Высокогорскому, Заинскому, Лаишевскому, Алексеевскому, Муслюмовскому, Ознакаевскому, Камскусинскому району. Ну и в целом, пока, коллеги, выделить кого-то в положительную сторону нечего. Мы проговорили со всеми муниципалитетами. Одни свалки убирают, другие возникают буквально за день, посетовали на совещании. Президент дал указание следить и за способом уничтожения мусора, чтобы не жгли. Просил бы обратить внимание на несколько вещей. Конечно же, это поджог травы. Все равно вот на вертолете летишь, здесь и главы, и Минлесхоз, и МЧС должны все эти вещи пресекать. Ну и сами пожары. Каждый день вот отчет пожары. Надо усилить работу по противодействию пожара. Еще одна проблема, которая требует немедленного решения – скотомогильники. Многие отслужили свой век, а некоторые в ужасном состоянии из-за недосмотра. Осечение в эти дни в основном на полях. Страда в разгаре. План засеять 100 тысяч гектаров в сутки. Однако многие медлят, ждут, когда земля подсохнет. Тогда и технике легче работать. Темпы пока невысокие. Из прогнозных 1,8 миллиона гектаров посеяно 13%. В основном яровые и зерновые. Среди районов лидера Буинский 27%, Заинский 25%, Опасство 22%, Тетюши 21%, Дрожжаное 20%. Вице-премьер Марат Ахметов пригласил аграриев на мастер-классы. В начале мая пройдут в трех районах. Всего на совещании обсудили реализацию 8 республиканских программ. Альбина Батышна, Вести, Татарстан. Основные фрагменты совещания мы покажем в режиме трансляции. Это будет после выпуска новостей. А пока продолжим. И сегодня же экологическую обстановку не только обсудили, но и постарались исправить. В столице прошел общегородской субботник. Привести город в порядок после зимы вышли 70 тысяч казанцев и более полутысячи единиц техники. Плоск наводили и столичные чиновники во главе с градоначальником. Они привели в порядок парк Горького. Традиционный апрельский субботник. В этом году мы начали его чуть пораньше, и в рамках двухмесячника уже вывезено 113,5 тысяч кубометров мусора. Убрано свыше 10 миллионов квадратных метров дворовых территорий. Только в рамках субботника планируется вывести еще 7,5 тысяч кубометров мусора. За порядок принялись и на улицах. Дорожные службы приступили к нанесению разметки на столичных проспектах. Чтобы не создавать заторов, работают в основном ночью. В Казани предстоит разрисовать 268 улиц, в том числе дороги, где сейчас идет реконструкция. Помимо привычной краски, на 19 улицах нанесут термопластик. Он отличается сроком службы. Держится не 3 месяца, а год. Правда, и стоит дороже краски в 7 раз. Сумма, которая предусмотрена на нанесение разметки по городу Казани, 41 миллион. Из них, значит, 17 миллионов термопластиком, остальные краской. Что касается цветной разметки, то в этом году мы не планируем наносить цветную разметку. Пока планируем наносить традиционно, в том виде, в котором есть. Завтра во всем мире отмечают Всемирный день охраны труда. Похвастать успехами в этой сфере Татарстан не может. В прошлом году на предприятиях республики погибли 11 человек. Как исправить ситуацию, в частности, в строительной отрасли, обсуждали в Альметьевске. Там прошло расширенное заседание. Обсудили нормы безопасности и посмотрели, как они соблюдаются на конкретных примерах. Участники совещания побывали на стройке и заводе. И продолжая тему труда, выбрать профессию играючи. В Елабуге кадровые вопросы решили рассмотреть по новым правилам. Провели специальную игру. В незатейливой форме обсудили серьезные вопросы. Как привлечь людей на предприятие и чем заинтересовать. О правилах взрослых забав в репортаже. Это только со стороны кажется, что взрослые люди занимаются несерьезным делом. На самом деле это тренинг, правда, устроенный во время обеденного перерыва.
Все остальное же время, а это с утра до вечера, у активных и занятых людей презентации проектов, мозговые штурмы и деловые игры. В Елабугу со всего Татарстана съехались руководители центров занятости, кадровых агентств, рекрутинговых компаний и потенциальные работодатели. Не только обсуждают проблему кадрового голода, но и предлагают варианты решения. Один из примеров – это та инициатива, которая сейчас обсуждается. Вполне возможно, что не просто будут выплачиваться пособия по безработице, а будет определяться, какое переобучение пройдет этот специалист, и он проходит переобучение и параллельно получает это пособие. Место встречи выбрали не случайно. Рядом с Елабугой два промышленных центра – Набережные Челны и Нижнекамск. Да и в Елабуге резидентов становится все больше. К 2020 году здесь будет работать порядка 23 тысяч специалистов. Так что кадровый голод в Камском регионе нельзя не предвидеть. Мы лишь решаем достаточно простую менеджерскую задачу. Мы имеем определенный бюджет на соответствующие программы занятости населения. И наша цель стоит в том, чтобы максимально удовлетворить потребности. Если мы этих потребностей не знаем и не видим, разумеется, мы этого сделать эффективно не сможем. Поэтому выбор именно такой. Это выбор экспертной площадки, это возможность высказаться. Такая экспертная сессия стала возможна благодаря инициативному тандему JSM Consulting и Минтруда Республики. Кстати, их представители и вошли в состав экспертов. Любопытные идеи по привлечению работников на промышленность предприятие и снижение уровня безработицы после доработок планируют внедрить в практику. Лилия Жданова, Лера Даутова, Артем Корнилов, Вести Татарстан, Елабуга. Сначала посмотрели, а потом и сами показали. Во дворце единоборств «Акбарс» померили силы участники межрегионального детского фестиваля Федерации Айкидо Айкикай. Начался фестиваль с мастер-класса от сенсеев, а уж потом на татами вышли их ученики. Наталья Белкина продолжит. Сюма Цудаса, Сайдзахо, Камаэ – эти слова непривычны на слух, но ребята школы айкидо произносят их с легкостью. Многие из них первый раз надевают кимоно и начинают тренировки уже в 4 года. Спортсменкам из Екатеринбурга по 9 лет, но в таких фестивалях участвуют не первый раз и нередко побеждают даже мальчишек. Мне нравится айкидо тем, что там учишься самообороне, то есть, например, если на тебя напали, то ты можешь оборониться и тебе не навредят. Им от 5 до 70 лет. В айкидо нет ограничений по возрасту. Впрочем, здесь нет и элемента соревновательности, нет победителей и побежденных. Потому что в этом виде единоборств упор делают не столько на тело, сколько на дух. Айкидо учит 4 вещам. Это первое – мера безопасности при выполнении каких-то упражнений. Второе – это укрепление их здоровья. Третье – они получают от этого большое удовольствие. И четвертое – они учатся общаться друг с другом. Но награду, обещают организаторы, участники фестиваля все же получат. Каждый участник будет награжден дипломом. Каждый участник. Команды будут все награждены дипломами и кубками. Татарстан и Ульяновск, Екатеринбург и Нижний Новгород. В Казань съехались сотни любителей айкидо. Главная задача фестиваля – популяризировать этот вид единоборства, чтобы как можно больше ребят научились постоять за себя, причем без вреда для здоровья своего и противника. Эльвира Бятулина, Наталья Белкина, Алексей Захватов, Вести Татарстан. Борьба за титул. В эти минуты казанская сборная проекта «Большие танцы» борется за звание самого танцующего города страны. Среди соперников команда из Ростова-на-Дону и Нижнего Новгорода. Эфир идет прямо сейчас на канале «Россия-1». Поддержим наших. И пока это все, но информационный час на канале «Россия-24» продолжается. Через несколько минут эфир продолжит «Вести экономики» и трансляция сессии Госсовета, где премьер-министр отчитался о работе правительства за 2012 год. Оставайтесь с нами. «28 апреля в Татарстане облачно с прояснениями. Ночью в большинстве районов дождь, днем местами небольшой. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура ночью 3-8, днем 12-17 градусов тепла. В магнитном поле Земли прогнозируются небольшие возмущения. Неблагоприятным фактором будут колебания атмосферного давления. Оно составит 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 60%.
Телефестиваль «Человека моря» вновь принимает во Владивостоке документальные и телевизионные фильмы и программы о морском труде и службе, гармонии и стихии, истории освоения морей и будущем океанских технологий. Сейчас о новостях экономики. Почти 43 миллиарда рублей поступило в консолидированный бюджет Татарстана в первые три месяца. Данные привели во вторник на республиканском совещании финансовых, казначейских и налоговых органов республики. Цифра на 17% меньше, чем в прошлом году. Причина снижения цен на нефть, нефтехимию, а также рост налога на добычу полезных ископаемых и расходов на эксплуатацию. Упали доходы из акцизов по пиву почти в два раза. Это вызвано сокращением производства в секторе малого бизнеса аналогично. Отличная картина. 22 тысячи предпринимателей закрыли дело. Эти данные мы приводили в начале месяца. На совещании этот вопрос прокомментировал Марат Сафиуллин, руководитель управления Федеральной налоговой службы по Татарстану. Связано с тем, что изменились условия уплаты страховых взносов. Полагаю, что немалая часть этой категории налогоплательщиков продолжает свой бизнес, только уже в теневом формате. Наша задача не допустить теневого бизнеса, сохранить бюджетные поступления и проводить информационную работу о последствиях незаконной предпринимательской деятельности. По остальным налогам в целом динамика положительная, но отдельные районы сработали плохо. К примеру, по земельному налогу. Одна из причин неполного сбора – проблема оспаривания кадастровой стоимости участков. Иногда стоимость земли намеренно снижают, занижают 8, а то и в 10 раз. За недостаточную работу в этом направлении острой критики подвергли как глав районов, так и Минюст республики. Все эти события, которые произошли, это юридическая неграмотность, никакой системности в юридических системах нет. Вы как министерство, как центр ответственности с муниципалитетами не работаете. Муниципалитеты вообще плюют, им вообще эти деньги не нужны. Это чисто доходы муниципального бюджета. ОАО «Казань-Оргсинтез» в прошлом году увеличила выручку на четверть. Она составила 45,5 миллиардов рублей. Итоги подвели в среду на собрании акционеров. К слову, средняя зарплата на предприятии в 2012 году была более 31 тысячи рублей. На собрании избрали новый состав совета директоров из 11 человек. Несмотря на то, что еще совсем недавно предприятие находилось в кризисе, выбранная стратегия работы оказалась верной, отметили на встрече. Новость мирового масштаба. С 8 октября Федеральная резервная система США ведет в обращение новую купюру достоинством $100. Обновленная банкнота будет иметь дополнительную защиту. Еще одну защитную нить, плюс водяные знаки, микропечать. Кроме того, появится на ней трехмерная защитная синяя лента. В четверг в Казани бизнес и инвестор встретились лицом к лицу. На Казанской венчурной ярмарке представили 60 стартапов, 20 из них татарстанские. Участники прошли предварительную экспертизу на соответствие требованиям венчурного инвестора, провели проверку готовности владельцев и менеджеров компаний к эффективной презентации своего продукта. Минэкономразвитие страны проводит отбор социально ориентированных некоммерческих организаций. Им предоставят субсидии из федерального бюджета. Конкурс направлен на поддержку тех, кто сам поддерживает. Это информационные, консультационные и методические объединения. Государственные и муниципальные учреждения участвовать не могут. Вся информация на сайте ведомства. Как и прогнозировали неделю назад, цены на бензин начали снижаться, а в среднем на 3 копейки. Неизменным остался ценник только на 76-й марке. Дизтопливо в этот раз подешевело на 7 копеек. Кстати, накануне Владимир Путин высказался о том, почему этот продукт обходится россиянам так дорого. Президент сослался на монополизм нефтедобывающих компаний. В то же время Путин неодобрительно отозвался о ситуациях, когда нефтепродукты продаются по бросовым ценам. Существует рыночная экономика, а роль государства – постоянный контроль. Контроль за ценами и ценообразованием. Это все деловые новости. Мы будем сильными, смелыми и здоровыми. К нам приедут спортсмены со всего мира. Покажем им чистоту и порядок. Не будем загрязнять реки и воздух. Ждем гостей в уютном городе и рисуем вместе.
Государственная телерадиокомпания «Татарстан» при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов представляет 7-й республиканский телевизионный конкурс. Уважаемый Рустам Галич, уважаемый Эльдар Шавкатович, значит, работа за 2 недели по капитальному ремонту. На 79 домов увеличилось количество, значит, объектов, где приступили к работе. Слайды поставьте. Значит, второй, третий. Здесь информация по району, как работа идет. В целом работы организованы. Финансовые средства Минфином в пятницу доведены. Значит, по республиканская часть, так что главинвестстрой, управляющие компании могут уже финансировать подрядные организации, которые практически везде выбраны. Есть замечания по выбору подрядных организаций. Значит, я прошу жилищную инспекцию, значит, вместе с муниципальными образованиями эту работу довести до конца, до праздников. По программе медико-санитарной помощи. Я хочу вот в целом отметить, что работа ведется сегодня в тех темпах, которые были заданы, с качеством сегодня удовлетворяющим, значит, заказчика и потребителя Министерства здравоохранения. Ну, надо темпы не снижать, и, значит, как мы договаривались, здесь приступить к работам на остальных объектах, держать на ежедневном контроле качество выполняемых работ. Ну, дополнительно, конечно, не могу не отметить, Рустам Галич, на ядерном центре, значит, выпущено, это онкологический центр, выпущена первая продукция. И здесь Минздрав уже, значит, имеет специальные препараты на циклотроне, который в тестовом режиме начал работать. Онкологическом центре, да. На новой площадке онкологического, да? Рустам Галич, это настоящий ядерный реактор, он заработал, получили очень хороший продукт, очень качественный, очень серьезный. И вот для примера могу сказать, впервые диагностирован метастаз у женщины в кости, который мы в принципе не могли видеть, пока он не вырастет объективно. Метастаз миллиметр, и мы его можем удалить, не ломая кости и так далее. Вот наши возможности. Я хотел добавить, Рустам Галич, по вашему поручению, первый морг, сейчас он достраивается, модульная конструкция в Заинском районе, также, скажем так, удачный получается проект. Надзорными органами по республике в целом пресечено 2173 нарушения в сфере обращения с отходами. По результатам выявленных нарушений составлено 639 протоколов, в том числе 47 на юридических, 314 должностных, 278 физических лиц. Необходимо отметить, что за прошедшую неделю достаточно активно поработали все надзорные органы. Если за первую неделю двухмесячника было выявлено 163 места несанкционированного размещения отходов на площади 17 тысяч квадратных метров, за вторую неделю уже 314 очагов на площади 244 тысячи квадратных метров. Здесь радоваться, конечно, нечему. Мусора, к сожалению, очень и очень много. Так, инспектора Министерства лесного хозяйства в результате рейдов по лесным массивам на территории 16 муниципальных районов республики выявлено 34 места несанкционированного размещения отходов, 31 из них ликвидировано. При этом хочу отметить, что проводимые надзорные мероприятия не ограничиваются лишь выявлением свалок. Ведется комплексная работа по приведению территории республики в надлежащее санитарное состояние. Так, на землю сельскохозяйственного назначения специалистами управления Россельхознадзора выявлено 27 нарушений, среди которых выявлены факты неудовлетворительного содержания скотомогильников. На территории Тукаевского, Ознакаевского, Кукморского районов грубо нарушены ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. За отчетный период во всех муниципалитетах республики были проведены первые субботники. В целом отмечается, что в большинстве муниципалитетов мероприятия были организованы на достаточно хорошем уровне. Однако выборочные проверки показали, что не во всех районах работа проведена была в полном объеме. Работы еще более чем достаточно, и хвалиться нам, уважаемые руководители районов, пока еще нечем. Серьезные претензии у нас к Тукаевскому, Пестричинскому, Высокогорскому, Заинскому, Лаишевскому, Алексеевскому, Муслюмовскому,
Азнакаевскому, Камскусинскому району. Ну и в целом, пока, коллеги, выделить кого-то в положительную сторону нечего. Мы проговорили со всеми муниципалитетами и принято решение о проведении сегодня повторных субботников во всех муниципальных районах. И на следующей неделе по каждому муниципалитету будем предметно подводить в разрезе каждого района промежуточные итоги. Общегородской субботник сегодня проходит и в городе Казани. Казани особое внимание в рамках двухмесячника. По состоянию на 27 апреля всеми надзорными органами по городу Казани совместно с исполнительным комитетом города выявлено 1784 различных нарушений в сфере обращения с отходами, по результатам которых составлено 428 административных материалов. Несмотря на то, что ранее выявленные места несанкционированного размещения отходов ликвидируются, выявленные нарушения устраняются, в то же время выявляются факты грубого нарушения предохранного законодательства. Некоторые примеры приведены на экране. Вот что у нас творится за территорией агропромышленного парка. Выявлено складирование строительных отходов на площади более 3 гектаров. Значит, юридическое лицо КМГС «Энергострой» у нас привлечен к ответственности. Выдано предписание ликвидации, но мы там выявляем других нарушителей, потому что территория просто сегодня огромное захламление. Серьезные претензии у нас есть к содержанию объектов торговли, к рынкам, например, Приволжский рынок, Уолимп. Повсеместное захламление отходами, значит, полнейшая антисанитария, руководитель привлечен к административной ответственности. В целом, по городу Казани к ответственности привлечены 33 юридических и 232 должностных лица. 24 апреля, позавчера, проведен комиссионный объезд полосы отвода железной дороги по маршруту следования станции Казань-Свиярск-Юдина, поселок Дербышки до интермодальной ветки аэропорта. Выявлено 28 местных секционеров размещения отходов. Из них надо отметить, что оперативно 7 было ликвидировано в течение суток. По всем остальным фактам выявленных нарушений выдано предписание по их устранению и установлен недельный срок. Вчера состоялся авиаоблет территории города Казани и пригородов. По результату выявлено более 20 очагов несанкционированного размещения отходов. В настоящее время проводится административное расследование по установлению виновных лиц и ликвидации данных нарушений. Достаточно активно продолжается работа по освещению двухмесячника средствами массовой информации. За неделю выпущено 17 телесюжетов, в печатных изданиях опубликовано 24 материала, есть радиоматериалы. Обращаясь к главам муниципальных районов, хотел бы обратить, коллеги, ваше внимание на поступающее обращение через государственную информационную систему «Народный контроль». Вот за две недели работы в рамках двухмесячника в данную систему поступило 60 обращений о несанкционированных размещениях отходов. Лишь по 12 из них принято решение. Не остаются принятыми решения по городам Казань, Набережные Челны, Зеленодольскому, Лаишевскому, Чистопольскому районам. Я прошу данную работу взять на особый контроль. Основную работу по очистке территории муниципальных образований необходимо завершить до майских праздников, до активного роста зелени. Сейчас самая горячая пора, потому что через неделю данную работу, когда территория сильно покроется уже растительностью, организовать будет кратно сложнее. Я прошу, коллеги, этот момент не упустить. Доклад окончен. У меня все. Хорошо. Значит, я просил бы обратить внимание на несколько вещей. Конечно же, это поджог травы. Все равно вот, на вертолете летишь. Здесь и главы, и Минлесхоз, и МЧС должны все эти вещи пресекать. Ну и сами пожары. Каждый день вот отчет, пожары. Надо усилить работу по противодействию пожарам. Поэтому прошу обратить внимание на эти вещи. Уважаемый Рустам Нургалиевич, локальные дожди и прохладная погода с ночными минусовыми пока не позволили нам на этой неделе выходить на плановую производительность. Хотя ставлена была задача по 100 тысяч гектаров сучного посева. За прошедшие сутки на юго-востоке и в Челнинской зоне прошли осадки до 15 миллиметров. Республика большая, зоны климатические между собой отличаются, и поэтому темпы тоже по республике разные. Тем не менее, вот на местах безразличных нет. Районы, где поля раскрылись раньше под кормку озимых культур и многолетних трав, уже завершили. Все озимые в хорошем состоянии, питание получено, и вот эта прохладная, в основном пасмурная погода работает на образование мощной корневой системы вторичной, а это уже залог хорошего урожая. Я в связи с этим хочу обратиться к руководителям сельхозформирований. Под этим впечатлением нельзя упускать время их защиты.
А зимы у нас в основном густые, соответственно, там и влаги сохраняется больше. При этом засоренности будет меньше. Сильные растения заглушат многих сорняков, но бурное развитие болезней в этом году наверняка будет больше. Вот поиски по посевной показывают, какие технологические типичные упущения. Сев вдоль культивации. Понятно, часть семян на глубине оказывается и 3-4 сантиметров, часть даже на 8 сантиметрах. Это грубые нарушения технологии. Сев непротравленными семенами, в основном у фермеров. Есть у нас службы соответствующие, они должны этот вопрос взять на контроль. Большие так называемые балалайки около столбов. Особенно похожая картина для юго-востока. Поворотные полосы должны засеваться изначально, ибо во влажную уплотненную почву, типичного на этот год, семена заделывать потом практически будет невозможно. Не повысился спрос на датчики контроля высева, хотя обращение было с этой же трибуны. Они есть от агролизинги и отпускаются под будущий урожай, а 60 комплексов посевных высокопроизводительных пока работают вслепую. И не услышаны наши пожелания и по закрытию влаги на многолетних травах. Продолжают работать с зубчатыми баранами. Нет на полях биг-3 ни дискаторов, ни лущильников. Но простая барана ничего не решает в части проблемы. И влага не будет закрыта, и сорняк остается. И самое последнее. По утрам долго раскачиваемся. Вчера утром с Ильдаром Шавкатовичем сделали облет по Верхнему Слонскому, Камску, Устинскому, Опасовскому, Дрожжановскому районам. Мало техники утром на полях, да вот на обратной дороге ее уже было много, но драгоценное время упущено. Мы считаем, каждый недочет – это недобор. Технологические ошибки весны, тем более они также к исправлению не поддаются. Лучше нам их не допускать. Доклад окончен, Александр Владимирович. Спасибо, Марат Вольч. Я на самом деле хочу обратить внимание коллег. Погода стоит, все необходимые компоненты для успешной работы имеются. Очень важно организовать работу. Надо световой день надо использовать, поэтому согласен с вами. Чисто организации труда, поэтому очень прошу нацелить работу вас, ваших коллег на организацию этой работы. Накануне Дня парламентаризма участники Президиума Совета законодателей в Новоогарёво встретились с Владимиром Путиным. Среди них был и председатель Госсовета Республики Фарид Мухаметшин. Глава татарстанского парламента попросил президента поддержать инициативу республики о внесении изменений в закон о свободе совести и религиозных объединений в части предоставления права религиозным организациям устанавливать порядок признания дипломов о получении религиозного образования за рубежом. Фарид Мухаметшин также проинформировал о проведении ревизии республиканского законодательства. Впереди фрагмент выступления спикера татарстанского парламента. Вот 20 лет Российской Конституции, 20 лет новой государственности страны. Огромный балласт законов принят за эти годы. Сотнями по всем направлениям законодательного регулирования жизни страны. Такой большой, огромный. Мы в Татарстане пришли к выводу, что нам надо сделать собственную ревизию этого пласта законов. Потому что некоторые законы стали противоречить опять федеральному закону, законам, федеральному законодательству. Некоторые нормы законов противоречат друг другу, один другому, статьями своими, а некоторые утратили свою актуальность. Но мы-то живем в федеративном государстве, где нас прокуратура нормально побуждает к тому, чтобы мы быстрее приводили свои законы федеральным законам. Мы не хотим приводить те законы наши, которые мы считаем чуть лучше, чуть эффективнее, чем федеральные, но в то же время мы считаем, что федеральные законы тоже бы надо провести ревизию и посмотреть, которые утратили ценность, которые утратили актуальность вместе с правоприменителями. И если бы эту работу вот в этом созыве сделать, то открылся бы новый фронт законодателям и страны, и субъектовым законодателям. Мы 350 своих законов таким образом проревизировали в течение полутора лет. Вот я образовал такую комиссию, свой заместитель у меня там занимался этим делом. Вместе с прокуратурой, представителями МВД, значит,
малым, средним бизнесом, поселенческим уровнем местного самоуправления. Многое, так сказать, мы открыли на себя глаза. Но это в порядке предложений. Я думаю, что это будет гораздо легче тогда нам выстраивать эти отношения и эффективность законотворчества повысить. Я хотел бы сказать, что в условиях ВТО, Владимир Владимирович, конечно, появилось много вопросов. Это естественно. Мы поделиться хочу. 4 года занимаемся отдельной специальной программой в республике поддержки личных подворий граждан, живущих в сельской местности. Из 3 миллиона 800 населения республики 1 миллион живет в сельской местности. Мы сделали такую программу, она затратная, почти на все около 6,5% доходной части нашего бюджета на это идет. Мы поддерживаем сельского товаропроизводителя. Программа «Лизинг-грант», программа 50 на 50, на молочно-товарные фермы и так далее. Кто занимается птицеводством, овцеводством, кто занимается гусями, кроликами. Нашли формы, и сегодня можем доложить вам, что чуть больше половины всей продовольственной корзины выращиваемых продуктов питания в наших климатических условиях в Татарстане мы сейчас получаем с подворий. Это очень большая социальная программа, заняты работой люди, привязаны к земле, к месту проживания в сельской местности, не подпадая под миграцию, чтобы город не убежать. И в то же время мы получаем дополнительные продукты. Вы знаете, Рустам Нургалиевич, по-моему, вам докладывал, мы построили самый большой в России рынок. Была задача достигнуть возможность, чтобы сельский товаропроизводитель, сельский житель продавал излишки своей продукции без посредников в крупных городах, миллионной, Казани там и так далее. Вот этот рынок мы запустили, 2 миллиарда денег пришлось, кредиты брали, но сейчас этот рынок работает. Будет возможность, когда вы приедете на универсиаду, может, выкроем время, вам покажем. Люди благодарны. Идет очень большая активная такая, значит, заполнение. Бесплатно пока мы бесплатно даем места. Доступ на рынок. Доступ, да. А не ограничен для людей? Как? Ну, пока не ограничиваем, потому что еще из глубинки не доехали до Казани. Но близлежащие к столице вот эти на районы стали поставлять. По весне, за лето. Мы думаем, значит, отрегулируем этот вопрос, чтобы там была какая-то квота для дальних районов нашей республики. Вот это очень интересное дело. Я думаю, в условиях вступления в ВТО озабоченность большая, не только у промышленности, производящих там сельскохозяйственную технику в плане конкуренции, но и, значит, вот занятие людей этим таким трудом. Ну и один небольшой вопрос. Ну, не всех он, может быть, касается, но хочу сказать, что в европейской части нашей страны, вот то, что случилась беда в прошлом году, в июне, взорвали нашего муфтия, мы вам докладывали, мы собрали неочередное экстренное заседание парламента республики, ужесточили свой закон о свободе совести и религиозных объединениях. Я не буду останавливаться в какой части, Валентина Ивановна в курсе дела, да и Сергей Евгеньевич, будучи в Казани, я им докладывал. Мы ужесточили, упорядочили, защитили всевозможных богословов, ведущих конфессий, но на нас подали в суд. Подали та мечеть, в которой экстремисты собрались, мигранты из азиатских республик, которые приехали, которые пропагандируют такой ортодоксальный, что ли, ислам, не присущий нам. Крайней формы экстремистского ислама. Значит, мы от них избавляемся, жесткие меры проводим, но пока в судебном процессе находимся. Что я прошу? Значит, законодательную инициативу мы направили, в первом чтении Государственная Дума приняла, ускорить бы ее принять, потому что суды на меня нажимают, извините, что я говорю на меня, там подходят сроки и говорят, если ваш закон противоречит федеральному закону, приведите его в соответствие с федеральным или отмените эту норму. Не дай бог, мы такой праздник им устроим, отменив эту нашу норму, по которой мы, в общем-то, упорядочили использование специалистов ислама, получивших образование в однонациональной, в одноконфессиональной арабской там стране. Убедительной просьбой, если где-то так, вот где проживают не только, значит, там православные, но и представители других конфессий, субъекты, такая зараза, которую надо вырывать с корнем, железной рукой, и быстро, иначе ползучая вот эта зараза лезет к нам. В остальном, Владимир Владимирович, у нас
обстоятельно работаем. Завтра день российского парламентаризма и завтра заседание Государственного совета парламента республики. Отчет правительства мы слушаем, но сначала поздравим всех с этим праздником, который вы нам устроили. Спасибо. Как у вас исторический центр там на острове развивается? И остров Град Свияжск, и Булгары очень хорошо развивается. Я внес одну идею, можно, значит, вот ее сегодня озвучить. Совет Федерации традиционно регионы представляют себя там на площадке Совета Федерации. Вернемся к главной теме дня. Сегодня в Государственном совете депутаты заслушали доклад премьер-министра о работе органов исполнительной власти в 2012 году. Вашему вниманию приводится полная версия отчета. Уважаемый Рустам Нургалеевич, уважаемый Фарид Хайрулович, уважаемые депутаты и приглашенные. Символично, что отчет исполнительного органа власти в этом году совпал с праздничным днем, днем российского парламентаризма, и поэтому в начале своего выступления разрешите поздравить всех депутатов Государственного совета Республики Татарстан с этим праздником и одновременно отметить о том, что, конечно же, многое из того, что будет отмечено в моем отчете, делается совместно с парламентом Республики Татарстан. Сегодня Татарстан является, безусловно, одним из регионов-лидеров страны. Наша республика занимает первое место по производству молока, третье место по производству продукции сельского хозяйства, пятое место по объему инвестиций в основной капитал и объему валового регионального продукта, шестое место по вводу жилья и объему промышленного производства. В первом квартале текущего года как в стране в целом, так и в республике наблюдаются тенденции замедления роста производства. Ситуация на внешних рынках негативно отражается на экономике Татарстана. Президентом республики перед правительством поставлена задача по выработке комплекса мер, направленных на стимулирование экономического роста и подготовку к различным вариантам развития ситуации в стране и в мире. Мы понимаем, что дальнейшее развитие экономики России и Татарстана будет зависеть от создания новых производств и повышения конкурентоспособности наших предприятий. Сегодня в республике реализуется ряд проектов, ориентированных на использование инновационных технологий и освоение все более высоких переделов производства. За счет выхода на проектную мощность в первой очереди комплекса нефтеперерабатывающих заводов «Танека» в прошлом году объем переработки нефти в республике вырос в полтора раза. Дальнейшая реализация проекта позволит нам увеличить глубину переработки нефти до 97,9%. В соответствии с задачей, поставленной президентом республики Рустамом Нургалеевичем Минихановым в ежегодном послании, мы должны не только обеспечить проведение универсиады на уровне самых высоких международных стандартов, но и подготовить комплекс мер и предложений по дальнейшему эффективному использованию построенных объектов. Важно, чтобы наследие универсиады работало на всю нашу республику. Ключевой элемент новой экономики – малый и средний бизнес. Оборот малых предприятий и индивидуальных предпринимателей в 2012 году увеличился почти на 120 миллиардов рублей, до 895 миллиардов. Однако в связи с увеличением размеров страховых взносов в республике, как и в стране в целом, наблюдается негативная тенденция прекращения предпринимательской деятельности значительного числа индивидуальных предпринимателей. Дальнейшее развитие малого и среднего предпринимательства должно быть основано на встраивании направлений поддержки в систему стратегических целей, задач и приоритетов республики. Важнейшим направлением здесь является создание объектов инфраструктуры поддержки субъектов среднего и малого бизнеса, которое позволит обеспечить более широкий охват предпринимателей. В связи со вступлением России во Всемирную торговую организацию произошли изменения в направлениях поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей. Новой формой господдержки стала субсидия на 1 литр молока или на 1 гектар обрабатываемой земли. В настоящее время правительством России в рамках допустимых ВТО мер, так называемой «зеленой корзины», разрабатывается механизм поддержки отечественных производителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции на основе внутренней продовольственной помощи.
апробация механизма будет проводиться в форме пилотных проектов в субъектах Российской Федерации. И сегодня рассматривается возможность участия республики в числе пилотных регионов. В Татарстане принята программа повышения производительности труда в базовых для республики секторах экономики, нефтехимии и машиностроения. Программа предусматривает реализацию мероприятий по созданию условий для повышения операционной эффективности. Опыт реализации программы будет распространен и на остальные сектора экономики. Развитие инновационного сектора экономики требует создания механизмов коммерциализации и эффективной охраны имеющейся и создаваемой интеллектуальной собственности. С этой целью в республике принята первая в России программа развития интеллектуальной собственности до 2020 года. Снижается уровень безработицы. На 1 января 2013 года он составил 1,1% от численности экономически активного населения. Создано 1310 рабочих мест по программе самозанятости безработных граждан, в том числе 94 рабочих места для инвалидов, для многодетных родителей, для родителей, воспитывающих детей-инвалидов. Один из самых наглядных индикаторов, по которому люди оценивают уровень жизни, это обеспеченность жильем. В 2012 году в республике введено 2,4 миллиона квадратных метров жилья, в том числе более 480 тысяч квадратных метров по президентской программе социальной ипотеки. Последние годы много обращений населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Это связано с ростом проблем в части неплатежей, аварийным состоянием домов. В рамках программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда включено к переселению 5059 жителей, проживающих в 1935 помещениях. На эту программу в 2012 году направлено более 650 миллионов рублей. В соответствии с поручением президента республики Рустама Нургалиевича Миниханова реализуется программа капитального ремонта школ. В прошлом году отремонтировано 170 учреждений, в том числе 5 коррекционных школ, на общую сумму 2,4 миллиарда рублей. В 2013 году планируется отремонтировать 169 общеобразовательных учреждений, включая 7 специальных коррекционных общеобразовательных школ и школ-интернатов. С целью повышения информационной открытости органов власти запущен проект «Народный контроль». Уже на сегодня более 8 тысяч раз татарстанцы обратились на этот портал. Дальнейшим развитием этих проектов станет система «Открытый Татарстан», которая позволит жителям выносить на всеобщее обсуждение законодательные инициативы, получить доступ к ключевым показателям деятельности всех министерств и ведомств республики. Органы исполнительной власти республики в текущем году должны завершить внедрение данной системы. В целом, проводимая в республике работа по повышению уровня жизни населения получила высокую федеральную оценку центра. Татарстан третий год подряд занимает лидирующие позиции в России по показателям эффективности деятельности среди субъектов Российской Федерации. Это во многом результат системной работы руководство республики по формированию благоприятной институциональной среды, направленной на повышение качества жизни граждан и создание конкурентоспособной экономики. Уже сейчас очевидно, что текущий год будет непростым. Перед правительством республики стоят новые задачи, решение которых потребует мобилизации усилий со стороны всех органов власти, предприятий, жителей Татарстана. Столицы республики передачи «Радио Татарстана» вы можете слушать на волне УКВ 6848 МГц и на длинных волнах 252 кГц. Здравствуйте, вы смотрите программу «Право». В Верховном суде начался процесс над двумя жителями города Чистополя, которые обвиняются в подготовке к террористическому акту. 45-летний Альфред Ахмадуллин свою вину не признает. 38-летний Азат Валишин свою вину, по словам адвоката, признает частично. По версии следствия, увлекаясь радикальными учениями ислама, Ахмадуллин прошел военное и религиозное обучение в незаконном вооруженном формировании в Пакистане и стал приверженцем запрещенного в России религиозного объединения.
На территории города Чистополя им была создана ячейка экстремистской организации, куда он вовлек своего знакомого Валишина. Они собирались взорвать чистопольское отделение почтовой связи. Кроме того, в последующем они надеялись подорвать здание отдела внутренних дел по городу Чистополю, а также совершать убийства сотрудников правоохранительных органов. Но был задержан и предстал перед судом. Ахмадуллину предъявлено также обвинение в том, что 12 мая 2011 года, когда он был задержан в помещении узла связи, он имел при себе боевую осколочную гранату F1, который пытался подорваться сам и взорвать находившихся, задерживавших его сотрудников полиции, а также работников узла связи, которые находились в этом помещении. Свою вину Альфред Ахмадуллин категорически отрицает. Азат Валишин признает частично, говорит адвокат. Он признает, у него действительно обнаружено было оружие и боеприпасы. Он признает, что они у него имелись, что он хранил, переделал газовые, значит, в боевые. Ну, это единственное, что он признает. То есть ему вменялось еще покушение на убийство, приготовление к теракту, то есть участие в деятельности экстремистской организации. Эти эпизоды обвинения он не признает. При этом на вопрос, зачем тогда ему было нужно оружие, по словам адвоката, Валишин ответит в суде. Сразу после начала процесса адвокат Ахмадуллина заявила ходатайство с просьбой дать ее подзащитному время для ознакомления с материалами дела и на этом основании отложить процесс. И это ходатайство судом было удовлетворено. На какие только ухищрения не идут продавцы наркотиков, чтобы с одной стороны привлечь новых клиентов, а с другой сделать это, не привлекая внимания сотрудников правопорядка. На неделе наркополицейские задержали преступную группу, которая торговала наркотиками с помощью скайпа по интернету. Причем один из задержанных в прошлом тоже был сотрудником правоохранительных органов. На кадрах оперативных съемок штурм квартиры одного из четырех наркодилеров. Чтобы попасть внутрь, полицейским пришлось распиливать дверь. Другой был задержан при попытке скрыться на своей машине. А вот главарь, по версии следствия, группировки, которого подельники называли между собой начальник, был настолько уверен в собственной безнаказанности, что спокойно открыл дверь, когда в нее позвонили. Группу организовал бывший сотрудник правоохранительных органов, который взял к себе в подчинение своих товарищей. Сам привозил наркотики в Казань, приготавливал их к сбыту. А от подчиненных своих требовал ежедневного отчета и наличных денег, то есть выручки. Также им была предусмотрена санкция, штрафные санкции за любую малейшую провинность, он их наказывал рублем. Помимо криминального квартета, в наркобизнесе участвовали еще 5 преступных групп, которые соблюдали жесткие правила конспирации. Но несмотря на это, 23 наркодилера и свыше 70 потребителей также были задержаны сотрудниками наркоконтроля. 15 миллионов рублей. В такую неокончательную сумму полицейские оценили только легализованные доходы группы от продажи наркотиков. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. А вот наркотики, которые на неделе были сожжены на Самосеровском полигоне, это вещественные доказательства по делам, расследование которых уже завершено. В огне сгорели 720 килограммов смертельного зелья. Помимо героина и гашиша, оперативники уничтожили дезаморфин и синтетические наркотики. Вся операция проходила под охраной спецназа и в присутствии большого числа журналистов. По свидетельствам очевидцев, терпеть едкий дым от сожженных вещдоков им пришлось около 40 минут, пока в огне не сгорела последняя партия наркотиков. В том числе и содержимое вот этой бочки. Ее изъяли у 22-летнего Павла Демьяненко, который производил наркотики прямо в квартире. Отвечать перед законом придется также и троим жителям республики, которые, по их словам, шутки ради, обстреляли патрульный автомобиль. Экипаж вневедомственной охраны подъехал к отделу МВД по Лениногорскому району, чтобы составить административный протокол на задержанного. Как вдруг послышались выстрелы. Оказалось, стрельба велась из дома напротив, причем прямо по полицейской машине. В результате задержали троих приятелей, которые, изрядно приняв на грудь, палили из пневматического пистолета. Автомашина проходит... направлен на экспертизу для восстановления размера и характера ущерба служебному автотранспорту. И будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Сегодня в Казани судили человека, который был пойман с поличным сотрудником прокуратуры. Напомним, все произошло в феврале этого года. Вместе с двумя друзьями помощник прокурора Советского района Казани Максим Николаев стал свидетелем того, как молодой человек на улице пытался ограбить девушку. Впрочем, только свидетелями этого происшествия Максим Николаев и его друзья были недолго, поскольку тут же бросились на помощь потерпевшей и задержали грабителя. Как выяснилось позже, это было не единственное преступление, которое неоднократно судимый 22-летний Айдар Фасиев совершил в тот вечер, за что и сел в очередной раз на скамью подсудимых. Все на сегодня. С вами была Инна Данилова и программа «Право».
Волгоград объявляет: с 30 мая по 1 июня 7-й международный фестиваль патриотических программ и фильмов «Вечный огонь», посвященный 70-летию победы в Сталинградской битве. Организаторы журналистского форума: Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания, правительство Волгоградской области при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Вся информация о фестивале на сайте ГТРК «Волгоград ТРВ». «28 апреля в Татарстане облачно с прояснениями. Ночью в большинстве районов дождь, днем местами небольшой. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура ночью 3-8, днем 12-17 градусов тепла. В магнитном поле Земли прогнозируются небольшие возмущения. Неблагоприятным фактором будут колебания атмосферного давления. Оно составит 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 60%. Thank you.
Всех ваших номерах. Ну, он болел просто в прошлый раз и не мог участвовать. Это поэтому... бонусы получает, да? Были же еще исполнители, музыканты. Где они? Иди сюда. А вот все здесь. Вся группа здесь. Джеггера нет только, Мика. Хотя был там, я видел. Проходил мимо. На самом деле, ребята, вообще не связаны с музыкой. Лёя, например, работает инженером по технике безопасности. Это ты? Ничего себе. И у него свой салон красоты. Представляете? А вот Илья – менеджер бытового сервиса. У него своя цветочная лавка. Вот молодцы, ребята. Давайте еще раз посмотрим самые интересные моменты выступления команды. Внимание на экран. Эффектный выход. Скажи, кто ты?